Жилье для селян становится более доступным. Средства на строительство домов и покупку квартир с этого года выдают на льготных условиях в рамках государственной программы. Первым жителям республики, получившим ипотеку со сниженной ставкой, вручили именные сертификаты. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Дарья и Даниил Таймаскины, воспитывая двоих детей, проживают в однокомнатной квартире. Мечта семьи – переехать в уютный дом с приусадебным участком. Сертификат участников программы «Сельская ипотека» супруги получили первыми в республике. Переедем туда уже в ближайшее время. То есть дом уже готов, мы его купили. Кугейс – это самый ближайший поселок, наверное, к Чебоксарам. И практически мы не ощущаем того, что живем в сельской местности, но у нас свой дом, огромный большой огород, там, где наши дети могут играть. Благодаря госпрограмме свои жилищные условия улучшит и семья Халитовых, и села Шагырданы. Сертификат супругам вручил в Рио главы региона. Ну и, соответственно, мы вам будем помогать. Спасибо большое. Участников приоритетной программы поддержит и республика. Тем, кто на селе не только живет, но и работает, снизят ипотечную ставку до 0,1%. Олег Николаев уже поручил подготовить правила получения субсидий из бюджета. Проект соответствующих правил, он уже будет, даже уже запущен согласование, и в ближайшее время будет согласован в кратчайшие сроки. И мы, после того, как обсудим со всеми заинтересованными участниками этого процесса, постараемся его принять с тем, чтобы уже следующие, и в том числе вот, уже получившие ипотеку заемщики, могли воспользоваться этими инструментариями. С момента выдачи сегодняшнего дня все, кто получили ипотеку по данной программе, они смогут рассчитывать на дополнительную поддержку, если они будут соответствовать тем критериям, которые будут предъявлены в этих правилах. Спрос на сельскую ипотеку растет. Только в республике в банк поступило уже свыше 500 заявок. Уже почти под 1 000 000 000 000 рублей кредитов. Заявки предварительно уже есть. Но банки в ближайшее время все заявки изучат и примут решение. На участие в программе льготной ипотеки заявились и работодатели. Так, в одном из крупных сельхозпредприятий планируют оформить кредиты на строительство жилого комплекса для сотрудников и их семей. Дмитрий Ковалев и Павел Рядков. Республика.